Ох, тот, кто упал, тот, кто упал. Безумно можно быть первым. Пьера, чего ты третьим, кстати, автомат не берешь? Да нахуй нужен? Нет, на самом деле. Не, ну, эскадрон смерти. Надо эту картину три богатыря переделать, только они там на плече держат, блядь, не мечи. Подвиги луизианских русов в борьбе с демоническими ящерами. Автоматом. Да. Попил воды из стилвотера. Тесало. О, один босс. Ну чё, резня, пацаны? Антидот Вик уже кидать или всё хуже? Лучше попозже. Хотя он короткий на 10 минут. Хотя... Касса, господа. Ну чё, Асидон, давай. Ну, погнали. Как? 75. Ой-вей. Ладно. Полпусть. Так, погоди. Масло. У вас автоматы чистые, масло, господа? Ладно, я там просто почищу слейд. От говна. А чё он? А. У меня... мы масло только что завязали. Я только зову, кто из вас в красной рубашке? Вунтер или ты? Я с тремя точками. А. Так. Да и не нужны тебе эти ловушки. Ладно, мне что нам? Динамайт выпал. Нормально, пригодится. Да. Пускай Господь простит нас. Потому что эти мудаки прощением не отличаются. Где вообще? А, вижу, вижу. Чё, хантов видите или вы? Я закину сейчас топор. Ули у вас триггерился? Блин. Yeah.
Гунтер, ты тоже заблочил? Все остальные вроде слышат. Церковь не закрылась. Вторую подсказку можно будет взять. Я говорю, это чё с листвой-то у деревьев? Это как такое сделал? Так, блядь. Блин. Это я нажал, сорян. О, чертежик. Я просто видел труп и у меня высветилось пресс автоинтеракт. Я только знаю, что-то можешь открывать. Апперкоту, наверное. Продолжать. Да. Все, у меня апперкот открылся. А, охуенно. У меня вообще нихуя не открыть больше. Это как, у тебя Вунтер? Тоже? Так, наверх наследие. Хватай, тебе пригодится. Эскрэк Ламбер. Подозрительно тихо для одного босса. Еще ни одного выстрела не было слышно. Что ж. Ну, блин. Может, никто не торопится на него. Может, там великое сидение в засаде. Аккуратненько, спокойно. Эскрэк Ламбер. О нет, мяненька там не будет. Ну, фаер и динамит у меня есть. Если что, закинем. Даже липучка есть. В теории можно попробовать. О, 15-30. Резня пошла. А ну вот вопрос отпадает. Значит, слева что-то бахнуло мелкое, и впереди бахнуло что-то крупное. Ну, я считаю, что пошел баниш и выстрел... Не, не прекратились. Хм. О, долбиться они будут еще славно и долго. Наверное, с автомата не стоит стрелять, да? Да. Поближе, давай, поближе подходи. Только если нас увидит сейчас, то... Да там целые толпы бегают, я уже... Они в пеньках были. Вот эти вот. Муфилы. А? Вот сюда, что ли? А, туда... Крадется. Кто там крадется, ебать? Курва за угол ушла. Японская. Под вагоном. Справа от вагона. Хорош, прострелил. Ты смертный. Ага. Да-да. Конкретно? Ухожу. А, понял. Там все засрано, мы там не пройдем. В общем, внизу там голову. Осторожно, вступаем. Я подхожу к
Ёбаный хант! Сука. Так. Второй этаж, походу, да? Точно. А где? А где, ебать? Трейдились, кажется. Вон, короче, делаем. Куда идём? Снимаем трубы. Второй этаж. Какой-то скотина спектр. С напалм рэп. Вон он, мертвый труп валяется. Это я скоро затрейдился. Закрой окно. Или так, ладно. Может, не простые. Награду хватит. Кто на второй? Посейдон. Celebrate and suck some dick. Есть ли карты? Кто это подарок? Ставлю ящик. А это не присмертный был? Второй этаж, что ли? Ай, блять. Полная пойма здесь, патрон. Хорошо. На втором у нас? Труп чувака этого, блять, фантома. Фантома видел? Все. А, вот она, курва. Японская курва. Она и была. О, спарк пистолет. Че, да. Приседаем? Вы бы не выебывались на время, джентльмены. Зрелище это срамное. Не по душе, джентльменам. Парк лучше взять, потому что там один патрон и больше идет в карман. Да, подзаправьте патроны, забирай обратно апперкот и все заебись. Апперкот надо уже, кого-то заебить. Спаркс и парк. Это ты на концентрите, что ли, намотался? Ты чего наделал? Так. Да. Старик. Блин, дилижансы далеко. Какие нахуй дилижансы, старых рычаг? Тут людей ебут. Блин, я еще не успел залутать того просто. Толку. А, это вот это она курва была, по-моему, в черном. Она убежала внутрь, я в нее стрелять пытался, и тут ты даешь очередь по этому месту. Курва в черном. Луизиана люстра. Это вообще что? Парк. Дефолтный. А. Не, так. Меня автомат уже устраивает. Так, тут лежит блэк-код, если кому нужен. Хуй его знает зачем. И лежит такура, которая меня убила с этим. Со спектром. Перкеле. Блять, тури резня. I have no room left, look anything from this hand. А, поматаны уже, блять. Ну что ж. No. Current objective survive. Yeah.
Так, ну голый мужик внизу, я, кстати, стрелял по нему, но он вроде не умер. Хуйня Арнсайд, ёбаный рот. Это что за хуйня? Так, подожди, ёбана. Что это за лысый негр? Вот кажется, по этому негру с костями я и стрелял. Мундер, но я его не убивал. Мундер, ты не знаешь, лысый негр с крокодильным черепом на груди, это ивентовый, что ли, хуила? А? Который это рептилиан вард или как его там ебать? Действительно. Чей это автомат? Это автомат Зеда. А кто такой Зед? Зед сдох, детка. Зед сдох. Так, ладно, нам, наверное, надо на север съёбывать. Севера сап, точнее, диагонали и на Кингснейк. Так, все, ну, готовы, все обыскали? Идею. Кто я что не пишет? Надо людей перестрелять. Если посчитать трупы здесь, раз, два, три, четыре, пять. Хуй его знает, короче. Ну, у вас просветки есть, поглядывайте иногда. Я сдам на 360. Давай. Никого. Нормально. Живем. Блять. Мирного решения не будет. А, Вунтер, у тебя мосинки уже до автоматов качали? Представляешь, какой это был цирк, когда мы качали Вунтеру мосинку. Там три чертежа, блядь, подряд было. Нет, там у тебя три было, по-моему. Блин. Ну, короче, нормально, прикол на чертежах. Просто в чем прикол? Чтобы открыть мосинку с предыдущего этапа, нужно сделать на них 10 тысяч XP. Просто за конта дают где-то 400 XP. Ну да, я могу примерно прикинуть, что это целая вечность. И прорва бабла. Спасян? 500. Стой! Стой, 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 стой. Что за хуйня? А, это палка торчит с моста, блять. Я уже могу быть растянут. Из автомата по нему. ЗВО. Зашли, вышли, отсосали. И наоборот. Так, шекель. Кстати, а флешку убьет ворот или не убьет? Фаерган по воронам, кстати, работает или не работает? Нет. Ну ты одну из них заденешь, и остальные просто съебутся в ужасе. О, блин. О, крокодили ловушку, кстати. Вообще, усредненно по эффективности, стоят ли топоры свечи на фаерган? Нет. Фаерган — это мемная хуета. По факту. Значит, в чем прикол? Во-первых, флэрган исполняется по одному заряду. Во-вторых, флэрган ты не можешь поднять назад, как топоры. Логично. И в-третьих, у флэрганов абсолютно всратая траектория. То есть дальше там сколько, 20 метров, и можно запросто промахнуть только потому, что снаряд тупо полетит левее или правее. Ой, они прискакивают. Ну и, собственно, монстры от огня начинают визжать. Да, да, это 360 трошки. Сейчас. Никого. Хорошо. Резня.
где хентай, аккуратно. Рыбалка. Такого даже в майбахе нет.